Ну а сборная Украины по футболу продолжает готовиться к матчам с командами Камеруна и Черногории. Первый из них с неукротимыми львами из Африки состоится уже завтра в Киеве на НСК Олимпийский. И хотя игра носит статус товарищеской и расценивается больше как подготовительная к отборочному поединку чемпионата мира против черногорцев, никто из украинских футболистов беречь себя не собирается. Все стремятся показать тренеру, что несмотря на конец сезона, усталости нет. И силы остались побороться в следующую пятницу на Балканах за путевку на бразильский мундиаль 2014. Ребята, которые завтра выйдут на футбольное поле, будут выкладываться на все 100%, и никто себя беречь не будет. Тем более в футболе всегда есть такое правило, что да, если где-то себя будешь беречь, то обязательно получишь травму. Это товарищеская игра, но мы смотрим, может быть, сквозь нее на 7 число, чтобы уже 7 числа хорошо выступить именно с Черногорией. А завтра от нас, конечно же, хочется в первую очередь показать хорошую игру и порадовать болельщиков результатом. Прямую трансляцию футбольного матча Украина-Камерун смотрите завтра на телеканале Интер в 21:00.